Так, Пусть будет ладно. так. Да. Отдельная серия роликов. Да. С боссом. Почему с боссом? Вообще не понимаю. Честно, в какой игре Спанч Боб это босс? Че ты играешь этот вариант? Ну, что ты какая шикарная позиция. И по времени поджал. Это без фигурки. Ну, подумаешь. С2. Почему 2? Так, ты надежно. Можно выбить. Вот зачем ты коня привел? У тебя пешка на 4 халявная. Как играть? Конь g6, конь g6 было. Так и не съел пешку на А4. О, отлично, сейчас это конь все придержит, кажется. Не пускает ладью на d2. Да. Если сейчас когда приведу, то позиция будет очень легко уже играть. Ну да. Куда должно легко выиграть. Мне кажется, точно пытается отдохнуть. Он почему-то очень быстро играет. Это что-то неестественное. Слегка. Чем я отдал все пешки? Цена выиграна, ну, может и нет, кстати. Ну иди быстрее. А, ББ3, наверное, надо. Да ничего это не меняет. Тогда меняет. Как ты прочувствовал? Б3 это сильный бухот. Че, он не будет ходить? Наверное, нет. Так, ладно, я отойду на пару минут. Не, он сейчас будет играть. Ну будет, пускай играет. Ну, я говорю, на пару минут, я сейчас вернусь. Ну, у нас веселая позиция, у черных, конечно, лучше, но жить пока можно. Ужасный ход. Да. Сейчас он мог выиграть сразу. Момент упущен. f4 попробую. Уйду. Он тоже уйдет, он e4. Заберу. Король h2. Уже будет грозить линейный мат. Все самое интересное? Да. Благородство. Че, как оцениваешь свои шансы? Как весьма прискорбный. Ну теперь? Пешку съешь. Нормально. Ты кого-то подсказал пешку съесть, иначе я загнулся бы там. Что, 2.5 на 1.5 у нас сейчас счет. Знаешь, этот Спанч Бобик, на самом деле, стоя на свой маленький рейтинг, он не так прост. Ты видишь, какой рейтинг в Блиц? То есть это гроз 2.640. И, скорее всего, это правда гроз 2.640. Так что это хороший матч. Хороший матч. Ну, нормального этим босса выбрал. Да, такого босса поискать надо.
Чего? Он, видимо, босс решил убежать. Он согласился и решил убежать. Это не прервал. Нет. Все, что ли? Слушай, ну согласись, это достижение. Мы играли с Гроссом с рейтингом 2640. Веселые минутки, и мы его обыграли 2.5 на 1.5. Ну это еще не факт, что это Гросс 2640. Ну я думаю, что это, если у него 3400 в блиц, и это явно не прога, судя по пуле, скорее всего, это правда Гросс. И я снова выиграл по той причине, что ловил его на этот вариант славянки. Понимаешь? Без фигурки. Мы можем проверить, что это за Гросс, если хочешь. Давай. Каким образом? Ну, у него указано год рождения, у него указан примерный рейтинг. Давай. Надо обновить. Он сейчас первый, наверное, на планете. Второй. А вот он играет с кем-то. 30 июня 90-го года. Знаешь, я не удивлюсь. Только слов характеристики. Ну, характеристики выставляют другие, другие люди. Я могу ему поменять. Например, я могу сказать, что он не использует подсказки. И мне скажут, что у меня недостаточно денег для этого. Серьезно? Ну, ник-то новый совсем. Ну, 30 июня, не помнишь, примерно в эти... В этом году родился, примерно в эти даты. Он из России, и когда он заводил ник, у него мог быть такой рейтинг. Не знаю, неважно. А дата регистрации 14 числа. Какого года? 14. Ну, дата регистрации ни о чем не говорит. Очень. Это явно не первый. Это явно не первый ник. Ну, соотношение побед-поражения 4 к 1. То есть у меня хуже, например, в основных никах. То есть, ну, по крайней мере, сильный шахматист достаточно. Ну, неважно. Мы продолжаем наши веселые минутки. Ограничим формулу. 2500. Чтобы нам поменьше боссов давали. И поставь 2000 уже минималку. Да, и минималку надо завысить. Да, и есть. Надо уже побыстрее поигрывать и идти спать. Потому что сон — это наше все. Ну какой сон? У меня еще даже дней 11 нет. Еще и завтра свободный день. Так, нажмем на паузу. Ждем соперника. Отлично. Сергей против Сергея Березневатого. У нас обычный соперник, никакой не босс. Против Сереги из деревни. Да. Вот мне не нравится, когда так расставляется. Мне тоже, ужасно скучная позиция. Да, тупо. Ну, понимаешь, если черным играть Е5, то, к сожалению, не избежишь. То есть совершенно ни о чем, у черных нет проблем, но и играть мне не очень интересно эти позиции. Не буду брать, пусть он определит уже своего коня сначала. Вот возьму, когда ему придется брать пешкой. Какой принципиальный. Какой я принципиальный шахматист. Ну тут уже на что-то проходит. Нет, ничего не проходит. Ну там думаю, что проходит. Хорошо. Доволен? Нет. Зачем ты это сделал? Не знаю, он же один безнадежен. Ну как тебе сказать? Ну, бывало и лучше. Ты просто понимаешь, что я спать хочу. Что это за ход? Ужасный ход. Вот он хочет F4. Смотри, как красиво подставился почти. Так, опять какие-то проблемы с интернетом небольшие. Че, мата нету? Никакого. Есть. Ну ты же исполняй. Так исполнил. У тебя какая позиция сейчас стоит? Ферзь F1, мат. Ну не мат, да. Следующий ход, мат. Так, поехали дальше. Поехали. Да, отлично. Уже есть вызов? Ну я вижу вызов, но не вижу соперника. Ну соперника пока нет. Нажму на кнопку.